Говорят, играть скепы, играешь скепы. Да, если три хила, еще и чупа будет бегать. Да я в элиме буду, я не буду спехаться в хила, я просто похилить вам могу. Да, давай, короче, будь в элиме. Потому что у нас реально, у нас ДПС просто в хламы упадет, в хламину без элима. Минус крит, минус СПД, минус вся херня. Слышно меня? Да. Видно, сука, наверное, провод, блядь, перебивает в клаве. Давайте, короче, чек, ребят. Хавка у всех есть? Свою хавку сейчас будем хавать. Здесь обороты спадают. У кого? Давай я дам. Вроде 4 минуты вроде. У шамана 2 минуты. Нереса который. Все, все готовы. Можешь идти пулять. Садитесь, хавку хавайте. Солик я ставил, у всех должна быть хавка. Хилы хилят. Не, давайте этот самый в квадрат все-таки выносить. Серьезно, у нас... Вообще похуй, хотите еще ладно. Просто забегайте за каждую глыбу абсолютно и скидывайте стаки. Пусть подольше босса будем бить, но убьем зато. Рейлости, бдись. Напала на пулевые. Я сейчас танчу, а не вар. Беги, малышка, беги. Я дал вмешательство по скинул игроем. Сейчас билку перекинул. Побежал. Смотри, ой, чука, если в трусы встанете все. Метка чупа, пролом. Чупа выбежал, чупа выбежал, выбежал. В крест, в крест, в крест. Выбегай подальше от рейда, главное. Ага. Нормально. Слева падает. Это было страшно. Я просто не доживал. По правой стопнете. Слева близко падает. Справа очень близко. По центру падает. Последняя. Потом разбиваем. Разбивайте. Короче, чупа, если чувствуешь, что не отбежишь, спринт жми. Да, да, да. АРДД, встаньте поближе. В луну направи. Брусты по КД? Да, да, аккуратнее, пожалуйста, с агро. Есть точно вам. Касочку ему надо баф. Прошу прощения. Я на перефаске нажму пристабаф. Лапку нажмите. Тут тоже. Либо сейчас, либо на перефаске. Отдал. В трусы. В трусы, ребят, все. Необратимая нереса. Слева далеко. Возле нас. Прям между меток. Чупа! Прохил его. Снова между меток. Стопните по левой. Еще одна будет. Стопните по меткам пока что. Не бейте, сейчас убьете. Ага, все, разбиваем.
Рога, ты под хвостом, не стой у нее. Передний локоть. Чупок диеты самой перефаски. Потом на базе лучше скинешь так. Мы перевели, Первая в квадрат бежит. На мне. Одну с меня. За склеп зашли, скинули стаки. Я скажу, когда можно разбивать. Я в склепе прям сдох. Прохиливайте рейд. Спрячьте за ней, будет притяжка. Вам нужно будет отбежать от склепа, я скажу, пока не разбивайте. Отбегите от склепа, вас пробьет. Все, можете играть по склепу. Все, теперь все в квадрат. Жмите Геро. На тебе сос был. Не было на меня соса. А что меня сейчас убило? На мне не было стаков, ничего. Ты под вспышкой встал. А, кристалл, да? Скиньте стаки. Все, можете разбивать, стаков не будет. В квадрат снова выноси. Ходки на него накидайте, прохил, прохил. Следующая в полумесяц притяжка будет. Пытайтесь прохиливать. Ох, сейчас меня шотник. Все, мы без хилов. Камни ешьте. Угу. Да нет, слишком много у босса. Ну чё, давай. Убивать хотите или нет, блядь? Короче, метки прохиливать надо, ребят. Ну, так, наверное, давай третьего хила спекнем и убьём босса. Давай, или спекнем чё? Третьего хила, давай. Шаман, спекни с хила, пожалуйста. У вас пока вот эти вайпы 10 раз не повайпайтесь, вы не поверите, блядь, что вам нормальные люди говорят, блядь. Я тут не первый раз, в отличие от некоторых. Не, ну у вас ёбнутый, конечно, стак хилов, два рша, мы сейчас третий будет. Ну это само собой ёбнутый, ну, блядь, три рша мы лучше, чем два, блядь, понимаешь? Он пятерку дает. Рога, нахуй, не улетай на хвосте, встань на максимальном рейнже от босса. Я, блядь, стою сбоку, нахуй, не знаю, почему меня, блядь, то кидает, то не кидает. Ну, на максимальном рейнже от босса, то есть пятишься до тех пор, пока кнопка автоатаки не станет красной. Стала красной, шаг вперед и бьешь, это максимальный рейнжа будет. Вот. И ты не будешь отлетать от хвоста, и дашь больше ДПС. Три взлетки можно убить босса. Четвертая взлетка — это вайп. Сбоку, блядь, и почему ты меня отбрасываешь? Чё нахуй за хуйня? Я тебе говорю, стань перпендикуляр на 90 градусов и максимальный рейндж. Все. Три хи надо их закинуть в одну пати, чтобы тотем им всем резал ману. И еще себя мага туда. Верните квест, если есть у кого. Локи сами рисуют, мага и ханта туда себе. Квест не на синдру был. Вон, не на синдру? Слышишь, Шарт? Вместо чупы себя закинь, и вместо лока лок сам себе рисует. Можно этого ханта кинуть, нормально будет. Чтоб тотемы шамановские вашей пати резали ману. По очереди их надо ставить. Я не сажусь по мане. Ну смотри сам. Типа лучше, чтоб там был и лок, или хан. Кому ману не вырез. По-другому тут хуй убить, блядь. Три взлетки. Четвертая взлетка — это вайп, все. Давайте чек, он рыбка стоит. Вафу.
Все, можно пулять. Иду пулять. Орехи, ребят, на себя тогда вешайте. Кто-нибудь один шаман, давайте гламурик будет на танк кидать, остальные на себя. У него Т4 нет. А, ну все, тогда... Кто не резал, пусть кидает на танка. Остальные на себя. Ну ладно. Че, не рез тоже без Т4? Не, он тоже Т4. Райлас, я не понимаю, в чем твоя проблема. Какого хуя Навара пули? Там орехи как работают? В АУЕ, да, хилят? Старайтесь возле шамана, короче, держаться. Трусы, ребят. Так, проломы, чупа. В череп. Куда ты в череп? Ладно, пофигу, заправо прячемся все. Ну или кому как удобнее, справа подает. А между метками падает. А слева далеко падает. На ступеньках падает. Разбивайте. Чупа, стаки смотри, сбрось. Сейчас притяжка, не стакай больше. Не убегать, а наоборот побегать, чтобы тебе меньше было убегать от тебя потом. Да, заранее не отбегай, через 2 секунды притяжка. Есть стать? Ладно, даем хилите. Воу, ребят. Трусы, ребят. Чупа необратимая. Чупа в крест. Да как? Есть стать у тебя? Встану сейчас. Сначала у того шамана узнайте. Нахуй нам одного хила бить. Вы что, ебанулись, блядь? Бля, пиздец. Нажмите бафы по шаману. Слева падает. После этого разбиваем. Поближе подойдите. Да блять! Не, серьезно, ребят, я не знаю. Ну это простейшая механика, блин. Короче, это самое. Давай, короче, это. Чередоваться с варом ШВ под обжигающий холод, под первый он, под который я. Все, окей. Так и надо заново попробовать. Легиона необратимая. Давайте попробуем.
Тут чуть-чуть осталось 2 минуты бить. Сейчас стопудово не убиваем. Слева близко падает. Блин, Чупа, серьезно, ты еще и гоблин. У тебя есть гоблином отпрыгнуть. Я, блядь, мискликнул, понимаешь? Я хэмнул, нажал. Ты не беспокойся, босс несложный. Просто выстави кнопки удобно и все нормально. Да, понимаешь, я вот просто мискликнул. Просто мискликнул. Нажал, блядь, на другой скилл. Разбиваем. По правой надо тебе. Потому что нах уже седьмой раз, блядь, вы играете, и я умираю. Ты просто соберись. Вот этой херни люди умирают и 277 раз, которые убьют. Ничего страшного в этом нет. Ну да. Сейчас переведем. По освобожденку скидываю. Ставьтесь первое в квадрат. Не обр... Варчик сразу скидываю. И меняю. Зашли за глаз. Ждем 5. Уже можно. Разбивайте. В луну рестор. Прохил его. Да. Спрятались за нее. А, ладно. Я говорю, надо нормально пробовать без вот этой тупой смерти. Ну сейчас, короче, это обжигающий первый вар. Слышишь, вар, ты ШВ же давал без команды сам? Ну да, давал. Короче, смотри, на первой ты будешь давать, вот именно под обжигающий, вдруг кто там заслакает. А на второй я буду эту сакру давать. А, не получится вот у нас, если ты в ретрика спекнешься и заберешь на раз у меня половинка, я подшиваю тебе отдам, чтобы я на 80 стаков скинул, все, и дальше сам танчу. Ой, слушай, я не знаю, это хуета какая-то, нахуй, мы и так в три хила идем. Просто сбреет тебя, нахуй, меня сбреет. Я не знаю, вряд ли. Не бил его одного там. Только если ДПС и ДПС еще. У нас ни того, нахуй, ни другого, ни хила, ни ДПС, ни хуя нет. Надо просто не умереть. Три хила живые должны быть, без вот этих упал, встал, блядь. Ты упал, ты встал, у тебя 0 маны, нахуй. Кто тебе ресать будет? Гимна нет, инера нет, нихуя нет. Три тотема есть в таком случае. Ну да, один дохлый был. Ну это же другой вопрос. Такого случая не должно быть просто вообще. А чему у одного шамана 25 тысяч хп, а у остальных 18-17? Ну может сломался, надо дживса починить. Или на первый этаж. Сейчас мы будем чередовать Масуху, но это, блядь, только подстраховка, нахуй. Один хуй вам надо отбегать, потому что в Гере это вайп. Там ни Масуха, ни хуя не помогает. Вы поломанные шаманы или что? Почему у вас хп так мало? Я потому что шаман выжил. Шаман забафанный. Я забафанный. А, все. Саппорт пропейте, у кого кончается. Да, есть саппорт. Есть у кого саппорт. Блять, два лока есть, можно же купить, слетать. Ну давай, я слетаю. Давайте, давайте, обмен магу дайте. Я кину вам саппорт. Кому все. Еще? Рыбка. Смотри, будем отдавать ШВ. Чупа, если ты нажмешь ложный выпад, ты от притяжки не умрешь. Но все равно тебе надо ложный выпад и все равно убегать. Okay. Одна из причин, по которым ты должен еще выжить, чтобы ты ловил освобожденку с хилов, скажем так. Давайте, чек. Он не он милик. Что, первую тогда я сдам, да, пал? Нет, не ловится на миликов.
Да, под первую ты вар. Ну тебе арт скажет, не знаю, или что, или я могу подоверить. Ну я да. Ну, блять, вы просто говорите. Как приземлимся, я дам шелок. Когда будет обжигающий холод, блядь. А, ну все, я скажу тогда. Да, все, я активацию включу на всякий случай. Блядь, блядь. Садитесь, рыбку хавайте. А такой вопрос, когда шаман умирает, то там остается, нет? Просто здесь нет. Нет. Ну сейчас тотем с фрост-резистом жил. Поэтому не переживай за фрост-резист. Я озвучу, если вдруг сдох. По-хорошему надо давать после второй глыбы. Трусы, ребят. Гламурная, необратимая. Справа падает возле нас. А, под левой глыбой падает. Справа падает. Кстати, не разбивайте, не разбивайте. Ждем. Справа далеко падает. Вот теперь разбивайте. Да, да, да. После пула, пожалуйста. У меня шелок катится. Трусы, ребят. Артов Мэйдж, я налево. А, я направо, все, нормально. Да, ну все. Что? Тебе прятаться надо от бомб. Камеру отдали. Отдал. Жалкая магия! Теперь бессильно! Вы чувствуете?
Так, две взлетки было. Ну, чтобы была четвертая, нужна же третья. Не, Гера, конечно, ёбнутая была. Не, ну сказали Геру переводим, я и это. Это вообще третья взлетка. А ну здесь кто-нибудь. Ну, чё, без Геры будем убивать, значит. Разбили. Квадрат первый. Лексиона. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Все зашли, скинули. Две секунды и можно бить. Бьем, бьем, разбиваем. Следующая Нереса в луну. Разбейте левую глыбу. Спрятали за глыбы, бьем глыбы. По боссу никто не играет. Там притяжка была, так, выбеги, рубандук, или как у тебя ник? Хаос начался. Следующая глыба в квадрат. Необратимая, беги в квадрат. Надо рейд похилить. Спрятались за квадрат. Разбиваем. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Не, вы я отдал швы на лоха, короче, прохило долго взять не хватит. Я хз, нам либо все идеально надо сделать, либо надо просто состав. Это Ро или что? Минус 2. Ну, походу Ро, у нас сейчас гильдия будет. Нет, это все проговаривалось. Я только сейчас просто осознал, что ты не доживал до этой фазы еще до этого. Я не доживал нихуя. Вот. А что там? Да, он до взлетки не доживал до этого. В десятке же не шотает эта фигня, сопля. Ну она не шотает, но, блин, Ро может шотать. Если две поймать подряд, может. Там такой интервал можно прохилить, даже если он одну соплю поймал. А у нас арте сейчас через 15 минут. Минус 2. Ну, я за вообще в любой момент. Не, шли нормально, но здесь
здесь бы ШП, ну, там тот же ШПшка, тот же ДЦшка, и намного легче было бы. Первые пару вайпов были из-за того, что, во-первых... Кого ты чё? Барабанами обмазался бы и всё. Давай, слышишь, барабанами бы обмазались и свитком. Получается, нельзя ошибаться. Сагу кидать, и все будет песня. Ну да, окей. Ладно. Я, кстати... Про нас нет, Мак? Твой. Я его добавлю тогда. С нами же был Эрдру просто. Он же на нашем КД, потом ему отписаться просто можно. Мы когда с Петей...